Всем привет, с вами Apple Team. Ребят, так или иначе, у каждого из нас есть в будущем мечта купить автомобиль. Личный автомобиль — это дорогая вещь, за которой нужен уход, и знаете, уход порой обходится в реально большие деньги. Когда мы с вами будем уже сидеть за рулем наших машин, или у вас родители уже имеют машину, и они тратят просто огромные деньги на уход, мы захотим использовать приложение, которое позволит нам мониторить расход средств. Такое приложение уже есть, называется AutoStat. Давайте поговорим об этой программе поподробнее. Перейдем в AutoStat. Когда мы запустим эту программу в первый раз, она нам предложит выбрать марку, модель, тип кузова, пробег и полный бак, заполнить эту информацию о нашем авто. Марок здесь очень много, то есть, как мы видим, реально очень большой список, имеются как наши, так и иностранные марки машин. Вот сюда можем вписать модель нашей с вами машины, то есть какая у нас именно модель, выбрать тип кузова, седан, универсал, минивэн, купе, пикап и все остальные, то есть с этим тоже проблем нету, вписать пробег нашего авто и полный бак, сколько он в себя вмещает литров. Потом нажимаем «Готово», я уже это все проделал, я ввел Kia Sportage, и вот, в общем-то, мои расходы на это авто. Что мы с вами можем делать в этом окне, спросите вы меня. На самом деле все очень просто. Когда мы заехали на сервис, парковку, заправку и так далее, это омыватели и мойка, мы нажимаем на одну из этих круглых кнопочек. Например, давайте мы заедем на заправку, нажимаем на заправку, вводим пробег. Ну, допустим, на момент, когда мы въехали, мы проехали 26 тысяч километров. Цена за литр 10,45, это 92-й бензин. Количество литров, ну давайте зальем 25 литров в Sportage, его максимальный бак 55. Нажимаем на готово, и программа для нас сама рассчитала количество гривен, которые мы потратим за 25 литров А92 бензина. Нажимаем ОК и видим, что вот здесь вот внизу добавляется 261 гривна. Мы заправили сегодня, и все расходы 963 гривны. То есть в месяц я на машину потрачу 963 гривны, и это при том, что это не полный месяц. То есть обслуживание Kia Sportage даже одним бензином не обойдется в кругленькую сумму, а AutoStat мне поможет понять, во сколько именно. А зачем нам это надо, спросите вы меня? На самом деле все очень просто. Например, когда у нас уже будет автомобиль, и мы захотим знать, сколько мы тратим в месяц на обслуживание нашего автомобиля, в этом окне мы сможем посмотреть сумму денег, которую мы тратим на обслуживание. И, например, в последующем отсеять лишние затраты на авто. Ну, например, парковаться не где-нибудь на парковке, а где-нибудь на бордюре, чтобы StopHub нас наконец-таки заметил. Интерфейс программы очень простой, он очень интуитивный и понятный, поэтому никакого ущерба вы не будете чувствовать в плане времени. Например, заехали на парковку, быстро нажали вот сюда, вбили количество денег, которые мы потратили на то, чтобы наша машина стояла на парковке, и все. То есть, действительно, все очень просто и понятно. Также можем добавить из настроек наши новые машины, переключить километры, мили, литры, галлоны, выбрать валюту и напоминать о сервисе. То есть, когда будет какой-то там срок, который нам нужен будет для обслуживания машины, программа нас оповестит, что чувак заедет на сервис и проверит свою тачку. То есть, в принципе, на этом и все. Также можем посмотреть статистику нашего авто, то есть сколько именно денег мы тратим на что в плане машины. Это данные за месяц, данные за полгода и данные за все время. И также есть вот такой вот средний расход, то есть сколько стоит наш 1 километр примерно, расход на 100 километров и все в этом духе. То есть программа для автолюбителя очень полезная, очень удобная. Всем вам советую. Стоит она 33 рубля, но эта программа очень информативная для людей, у которых есть машина, и они тратят просто огромную тучу денег на содержание своей машины. Эта программа поможет нам уменьшить расходы на авто. На этом все. С вами был Apple Team. Если тут впервые, подписывайся на канал, ставь пальчики вверх, если тебе помогло это видео. Не забывай о лайках в нашем информационном партнере яблок.com и магазине ки.ру. Пока!